Ну, а встречаются здесь Маркос Багдатис и Денис Истомин. И того, и другого, я думаю, что вы прекрасно знаете. Денис был... Еще один брейкпоинт у Багдатиса до этого гейма, видимо. И опять очень хорошую ширину. По тому рис. Вот, шикарный розыгрыш. А, ну, Багдатис все-таки чуть. Истомин будет проверять. А нет, вернитесь, пожалуйста. По 30. Блестящий обводящий удар у Дениса. И мало того, что брейкпоинт, он же еще и сетбол. Легковато резаным ударом сыграл Багдатис, оставив шанс на эту обводку. Молодец, да? Казалось бы, спокойно по... Пришлось усиливать удар над головой Денис. И самое главное, очень... Подача.
потерял равновесие Богдатис и потому не смог. 15-30. Хороший такой удар. Ну вот и Денис ответил, он правда... Вот первая подача, и сразу как изменилась картина, ну просто... Как Богдатис в линию попал... Пробивает как Богдатис. Невероятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот первый смеш. Ой, молодец. Молодец, Денис, что решился вот на этот удар. Здорово сейчас защищался Богдатис. О, блестящий как Богдатис у сетки с лёд. Точно в линию. 30-15. Ну что ж, вот из этого позерства вытекло и гораздо более серьезное, более интересное. Сейчас у Маркса. Но все-таки он нашел способ. Ну, достал-таки. Вот как повезло-то Богдатису. Что сможет сделать Денис? Хорошо, первая подача. Ох, 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 как неожиданно и как напрямую. Четкий на этот раз удар.
это вот был не лучший, укороченный. А оба хорошо очень пользуются укороченным поединок на нынешнем Australian Open. Рискнул Багдатис. Такой холыст за... Пять-четыре впереди Денис Истомин. И выходит подавать Маркос Багдатис. Дважды он уже в концовке самого сета проигрывал свои геймы на подаче. Четко проконтролировал удар. Ой-ой-ой-ой-ой, в трос попал. Ой, здорово как. Здесь оба сыграли. И попадает Денис, а? Ну-ка. Не допуская ошибок. Все четко. Причем достаточно глубоко. И браво, Денис Истомин. Ну что ж, говорят, что всегда что-то в жизни случается в первый раз. Но вот два раза здесь впервые получились у нас.